пока это самая правильная тактика была бы, наверное, для Светланы Шимковой. Держать, держать. Молодец. Ну что ж, чувствовалось небольшое волнение, потому что Светлана Шимкова толкает неплохо. 140 килограммов поднимала она на чемпионате России совсем недавно. На чемпионате мира 2010 года, где она стала победительницей, также 140 килограммов. Выступала Светлана Шимкова и в 2011 году на чемпионате мира в Париже.